добавляют женственности, укрепляют здоровье и поднимают настроение. Это провосточные танцы. Их популярность, кажется, никогда не угаснет. Двигаться под арабские мелодии любят и состоятельные дамы, и школьницы. Дело в том, что ограничений в этом направлении практически не существует. Было бы желание. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ты меняешь нож, куда? Идем, идем. Ручки за спиночку, хоп, хоп. Мягче, мягче, девочки, мягче. Раз, два, раз, два. Коленки сгибай, Настя, больше. Лиза тоже. И чурбаночком, да, мягче. Добавим ручки снизу, да, и корпус наклоняем. 5, 6, 7. И раз. Голова. Каждый раз разворачивайся. Угу. Волосы перекидывайте, хвосты свои. Ручка трясется. Стопа Ульяна рядышком. Лопатки собираем. Еще чуть-чуть наклоняйся. Да. Восточный танец и танец живота в моей жизни появился лет так, наверное, в 17-18, когда я поступила в ЮРГУ на экономиста. И нам сказали пойти записаться куда-то вместо физкультуры на занятия. Я увидела надпись «Танец живота». Я понятия не имела вообще, что это. Записалась, прозанималась год. А затем меня попросили выйти на подмену в фитнес-клубе вместо тренера. Она уезжала в отпуск или заболела, я уже сейчас не помню. И девочкам настолько понравились мои занятия, что они попросили меня остаться и работать с ними. Студия восточного танца «Мирабель» – одна из самых титулованных в городе. Воспитанницы Ирины Каландаровой хорошо знают во многих регионах страны. Танцовщицы не раз становились обладателями престижных наград. У нас с вами в эти выходные, 4 ноября, проходит Международная ассамблея Уральского федерального округа по танцам живота, по восточным танцам. Мы принимаем участие, и сегодня мы проведем репетицию. Мы танцуем с вами египетский фольклорный танец «Нубия». Поехали! Порядка 40-50 человек у меня коллектив. На данный момент у меня три группы. Подростковая группа, группа взрослые молодежь и взрослые сеньоры. Все уже продолжающие группы. Начинающая группа у меня в этом году не набралась, я и не набирала, потому что хочу довести до ума эти группы. Вот. Все танцуют, все выступают, все на сцене, все на конкурсах, все работают. Все наши восточные танцы условно можно разделить по трем направлениям. Это ориентальный классический танец живота, то, что привык видеть обычный зритель, да, лиф, юбка, платье, да. Фольклорный танец живота, это, как правило, фольклорные танцы различных стран восточных, да, вот. И шоу-номера. Вот сейчас девочки покажут шоу-номер в стиле такой некий фьюжн.
Уходите! На крыльях можно улыбаться уже. Серьезность убрали. Пяточки вместе. По России мы побывали уже во многих городах, да, это и Екатеринбург, и Пермь, и Омск, и Тольятти, и Москва, и Питер. Казань. Казань, да. Самара. Где лучше всего встречают? Ну да, везде нам рады. Нам везде рады, у нас везде своя поддержка есть. Да. Их выступление всегда шоу. Яркое, женственное, незабываемое. Мы являемся победителем Челябинской области, Свердловской области, обладателями Кубка Сибири, Поволжья, Кубка Невы. Ну, я, правда, сейчас все не перечислю, но их достаточно много. Все не запоминаешь. В прошлом году мы стали лауреатами первой степени на конкурсе от управления культуры города Челябинска «Артфорум». Так сказать, танцевали наравне с народными коллективами. Для нас это очень ценно, потому что восточный танец, мы хотим, чтобы его признали как самостоятельное направление, чтобы он тоже имел место быть и существовать наряду с такими танцами, как классический танец, современный танец, народный танец. Потому что подготовка у нас не хуже, мы тоже занимаемся и основы классики учим, и народный станок изучаем, и растяжки делаем для того, чтобы выйти и блистать на сцене. Почему вы сегодня так одеты? Что вы будете сейчас мне танцевать? Разве это танец живота в джинсах? Разве можно так? Можно. Ну, размышляя. Джинсы, шаби. Можно танцевать в джинсах, в каких-то рубашках, футболках. Шаби. Ну, давай поконкретнее. Какой это шаби? Модерн шаби. Уличная, городского, да, уличная. Типа. Городской фольклор. Номинация называется на конкурсе «Городской фольклор», да? То есть это то, что сейчас модно. Да, в Египте. То, что танцует молодежь. Лейля, лейля, лейли. Энтальби мазива. Алиминим таяра. Интифаки тилхая. Ваяльби. Не жмитесь, да, выходите. Вот. Больше актерки. Первым человеком, который проявил интерес в моей семье к восточным танцам, была мама. Она сама начала ходить на занятия, ей очень понравилось и решила взять меня с собой. Но так получилось, что с течением обстоятельств и со временем она ушла из танцев, а я осталась. Поэтому мы обе всей душой любим этот танец, и она меня во всем поддерживает и сопровождает на этом пути. Момент, когда ты стоишь на сцене, когда ты выходишь на сцену, это просто незабываемые эмоции, адреналин колышет тебя из стороны в сторону, ты выходишь, зрители, и получаешь огромное удовольствие выступать. Самое было классное выступление в Казани. Это был оркестр. Оркестр — это когда играют, ну, живая музыка, да, то есть ты танцуешь не под заготовленную композицию, а, ну, знаешь эту песню, но ты импровизируешь ее. Вот. Тогда я заняла первое место. Было достаточно много, человек 10 в номинации. Вот. И это было, наверное, самое запоминающееся мое выступление. Какой танец мы с вами танцуем? Дабка! Дабка! Погнали, встаем все по местам. Сразу под музыку, наверное, да? Под счет не будем. Да.
Перед важным выступлением все должно быть отточено до мелочей. Артистизм, музыка, которая часто миксуется. Иногда добавляют вокал. Костюмы – отдельная тема. На сцене они должны выглядеть ярко и эффектно. Шьем костюм для старшей группы. Здесь будет, получается, юбка с драпировкой. Это будет шифон. Здесь будет Армани шелк и ткань масла. То есть ткань мы специально заказывали из Москвы, чтобы в достаточных количествах она пришла. То есть метраж не маленький, на 8 человек этот костюм шьется. Вот. И у второй группы будет костюм в стиле Золотого века. То есть это 1940-х годов, вот таких вот. То есть это вот такого образа будет тоже лиф, юбка тоже, они будут в туфельках танцевать. Вот, рукава, драпировки, вот такие будут, в изумрудных цветах будет. Смотри, вот здесь драпировка вверху, она тоже, вот она здесь на сужение, а дальше идет на расширение. Угу. Вот она вот здесь, вот какой ширины должна быть? Широкая. Прям всю это закрывать, да? Нет, не на всю, наверное. Вот так вот, да? Но она задрапированная, да? Все, что связано с Востоком, это должно быть достаточно ярко, много блеска. Он должен быть очень такой сценически видный такой костюм, яркий. То есть он чем отличается, например, от какого-то хип-хопа, да, там спортивный стиль, а тут более джественный, много очень всяких различных оборок, расклешенных юбок, ну, какие-то такие детали романтические больше, чем спортивные танцы, например. Постоянно какие-то витки каких-то направлений. Одни года там шьют более узкие юбки, потом начинаются расклешенные юбки. Ну, конечно, какие-то определенные, как 7 нот есть, вот они, такие тенденции. И они вот, ну, и немножко сменяются и опять возвращаются. Студия восточного танца «Мирабель» давно выбралась за привычные рамки. Участницам удалось создать мощное женское сообщество, где помогают повысить самооценку и обратить внимание на красоту души и тела. Да, ты садишься и мечтаешь. Это Сухов! Человек каждый день сидит в этом офисе с 9 до 5, там, до 6, а тут приходит, и у нас танец-то построен на расслабление. То есть у нас нет такого, как в классическом танце, да, собраться, вытянуться. Мы наоборот, мы выдыхаем и начинаем танцевать. Господин назначил меня любимой женой! Ты выходишь сюда, садишься, чуть-чуть дальше вот сюда. Когда женой была Хафиза, Сухов что смотрит, да? Реагирует когда как-то. Когда женой была Гузель, гуляла в лугах я словно газель. Когда женой была Саида, его обольщали мы без труда. Когда Жамиля женой была, все лучшее нам отдавала Абдулла. Да, ты так танцуешь, знаешь, по-восточному чуть-чуть. И 5, 6, 7, закинули. Чуть-чуть покомпактнее. Настя. Все, кидай. Собирай. Я бы назвала психотерапией, когда ты целый день, там, дети, дом, работа. Ты приходишь, включается восточная музыка, зеркала, свет. Музыка, девочки, которые рядом с тобой улыбаются. Ты чувствуешь себя красивой девушкой, под красивую музыку танцуешь, все. И, то есть вот какие-то проблемы дня уходят совершенно на второй план. Ты уже возвращаешься домой обновленная, там, такая легкая, веселая. То есть это не только для тебя плюс, плюс для твоей семьи, плюс для твоей жизни. Это просто прекрасно. Достижение. Это, наверное, понимание музыки, вот именно ритмы. Я стала слышать музыку совсем по-другому.
И движения многие стали уже у меня быть, ну, как бы не технические, вот именно с пониманием. Выходи! А ты такая... Такая петруха. Пошли. Товарищ Сухов, мимо вас не пролетит и уха. Товарищ Сухов. Как, подравнялись? Основ дело тонкое. Петруха. Арем, равняйсь! Мирно! За кулисы за мной! Раз, два.